Всем привет! Сравнение смартфонов Samsung Galaxy A54 против Samsung Galaxy A55. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Что ж, по стоимости Galaxy A54 это версия на 8256, 55 это на 8128, но у него не отличаются версии по оперативной памяти, тогда как у Galaxy A54 была версия на 6 оперативной памяти и 8. Вот, тут обе версии 8128 и 8256, то есть одинаковая оперативная память. По стоимости такие вот версии смартфонов отличаются не сильно, они отличаются буквально там на 10-15%, будет дороже Galaxy A54. В принципе, не критичная разница, но по встроенной памяти разница будет в два раза, при том, что Galaxy A54 он и дешевле, и будет больше оперативной памяти. Вот, также сильно отличаются они по внешнему виду. Тут такие вот значительные изменения произошли. Да, сзади они вроде как не отличаются, но у Galaxy A55 теперь больше диагональ дисплея. Тут 6,4 дюйма, тут 6,6 дюйма. Ну, это видно, они вот по габаритам, видно, Galaxy A55, он чуть больше. Также изменились материалы корпуса. Сзади стекляшка, но металлическая окантовка у Galaxy A55, он реально... Ну, удобнее, солидней лежит в руке. То есть вот эта металлическая окантовка, она, ну, как будто повышает вообще класс устройства. То есть тут такие же материалы, как у Galaxy, там, A34, A35. То есть это как бы куда-то больше туда устройство. A55, он как будто больше Galaxy S24, S23, S23 FE. То есть такой более премиальным, более дорогим ощущается устройство. Вот, при том, что разница по стоимости, в принципе, небольшая, это просто разное поколение одного и того же смартфона. Ну, по размещению элементов управления тут все то же самое. Ну, изменился вот дизайн решетки для динамика. Вот так вот, вот, ее тут видно и там, и там. Хорошо, и давайте включим устройство одновременно, посмотрим, кто быстрее загрузит систему. Так, ну, Galaxy 55 загрузился быстрее. Вот у него достаточно большие рамки, но не такие большие, как у Galaxy A54. У Galaxy A54 снизу достаточно-таки большой подбородок. По бокам сверху... По бокам сверху и тут одинаковые рамки, но вот снизу чуть больше. Вот тут, в принципе, плюс-минус везде одинаковые. Так, хорошо. Давайте перейдем в настройки, посмотрим на версию операционной системы. Так, One UI. Тут актуальная, самая актуальная версия операционной системы на двух устройствах. Тут One UI 6.0, тут 6.1 и Android 14. Так, возможностей искусственного интеллекта в этом плане нет. Что там, что там. Вот. Давайте перейдем теперь в синтетические тесты. Так. Откроем Antutu Benchmark. Посмотрим на результаты тестов. Что у нас вообще по железу? В Galaxy A54 процессор Exynos 1380, тут процессор Exynos 1480. То есть просто следующее поколение этого процессора, и оно превосходит примерно на 130 тысяч пунктов. Ну, в принципе, достаточно солидно, учитывая разницу в стоимости. То есть, да, вот он примерно насколько дороже, насколько будет и мощнее в синтетических тестах. Давайте еще посмотрим по Geekbench 6. Что у нас тут? Вот, ну, то же самое. То же самое. Вот, и там есть превосходство Galaxy A55. И запустим PUBG Mobile одновременно. Посмотрим, кто быстрее справится с загрузкой тяжелой игры. Так, A55 чуть быстрее, чем A54, а вот по графике тут высокая, тут
тоже поддерживается высокая графика. То есть в плане то, как будет работать PUBG Mobile, не отличается на устройствах. Хорошо, давайте посмотрим возможности камеры. Так, например, у нас фотография 2x, 4x и 10-кратный зум максимальный. Режим 50 мегапикселей. Дальше портретная съемка, веселый режим. Видеозапись у нас может быть, так, Full HD 60 кадров, Full 4K 30 кадров, то есть не отличается также в этом плане. Про режим, так, ну больше, вот есть мультикадр, мультикадр режим, так, и все, в принципе, это все отличия по камере, больше я не вижу. Про режим, профессиональное видео, панорама, макросъемка, ну да, все то же самое, только вот один режим. Ну, это, я так понимаю, просто возможности One UI 6.1. Вот. В этом плане камеры особо отличаться не будут, игры особо тоже работать не будут. Чуть более новая версия операционной системы One UI на данный момент на Galaxy A55. Лучше внешний вид, то есть тут он точно выигрывает. Но по большому счету разница между устройствами не такая большая. То есть внешний вид, лучшие результаты в бенчмарке, которые в принципе на работе никак не сказываются. Вот. А за версию 256 гигабайт, конечно, будет дороже значительно Samsung Galaxy A55. Тут у нас дешевле версия на 256 гигабайт. Тут более дорогая, даже дороже, чем это, на 128 гигабайт. Ну, в общем, такая вот разница между устройствами. Внешний вид – это главное, ну и чуть лучше результаты в бенчмарках. По большому счету, в этом заключается вся разница. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока!